Марина Зудина в реанимации насладилась счастьем с любимым мужчиной. Вдова легендарного режиссера дала первое откровенное интервью после смерти мужа. Артистка рассказала, как 103 дня провела в реанимации с супругом и как находит силы жить дальше. Прошло полгода со дня смерти Олега Табакова. По словам его супруги, он был 103 дня в реанимации. И все это время она была с ним рядом. Зудина рассказала, что эти месяцы носила только два спортивных костюма, которые по очереди стирала. От душевной боли артистку спасала работа. Зудина берет пример с матери, у которой, по ее словам, есть способность радостно жить, несмотря ни на что. Надо учиться быть счастливой самой. Вот и все. Человек может многое, если у него есть дар уметь быть счастливым, высказалась Марина. Как призналась актриса, ее спасают работа и дети. Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии 1-й городской больницы имени Пирогова. У него диагностировали сепсис, заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря. Артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 Олег Павлович умер от сердечного приступа. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!